Всё, твою мать. Сука, дурной. Так, сейчас поглядим. Bad Pals, с вами Лепас, и мы продолжаем играть The Demon Pictures. И мы нашли, короче, отвертку, и сейчас валим подальше отсюда вот этого челика, потому что он мне кумарит. Нужно выбраться отсюда. Понятное дело? Я и хочу выбраться отсюда. Все сразу так утихло, потише стало. А ну, сейчас погромче сделаю. Во, погромче хоть стало. Это, бля, что за библиотека? Наверняка где-то дверь и наверняка где-то ключи. Да, вот нужен ключ, понятное дело. Слушай, он похож на одну игру. Самый мой первый инди-хоррор, который я играл, это... Blackwater называется. Наверняка сейчас обойдем, там зайдем в дверь. И зайдем куда надо. Так, вот херово, что у нас нет фонаря. О. А, теперь уже нельзя отвертку брать. А, зашибись, мы застряли. Класс, мы зашли сюда, а выйти теперь не можем. Вот, отлично. Да. Хорошее начало. Вот интересно, откуда тут свет вообще берется? Лампы нет, а свет почему-то светит. Вроде с потолка идет вниз. А, но света там нет. То есть откуда он светит вообще? Тут вообще ничего нет вроде. Или снизу идет как-то. Оба-на. Труп. Это что? Нормально. Не отворачивайся. Написано было. Ого, он уже здесь? Да ладно, в смысле, их двое? Так, да, здесь вроде ничего нет. Ха! Тихо, твою мать! Сука, дурной! А, он едет за мной, когда я не смотрю на него, лол. Еще один. Вы что, угораете на мной? И как мне найти ключ? Не, серьезно, откуда вообще свет светит? Ламп-то нету. Что за магия? Так, он вроде не едет. Хорошо. Бля, еще один. Да то, откуда ты взялся здесь? И поехал, бля. Да в смысле, что это было? Нас кто-то сзади там подбило, хотя я никого не видел сзади. Этого здесь щели вообще нет. Звук происходит. Лол. А! Ёпту мать! В смысле? Это как? Откуда ты взялся и почему я умер? Короче, тут какая-то хрень происходит. Наконец-то ключ нашел. Он здесь на лавке лежал. Валим отсюда. Короче, куча этих зомбаков, которые за мной бегали. Что это? Темно, ничего не видно. А, вот. Песни до хера одинаковые. Сюда нельзя. Надеюсь, надо сейчас закончиться. Или придется перезагружаться. Не понял. Окей. Ёпта ж. Там еще черт какой-то. А, все, конец игры. Там еще черт какой-то появился. Через стену не мог пройти. Ну все. Вот и конец такой игры. Довольно прикольно, правда, немножко
сыровато в плане проблем скриптов в последней главе, вот эта психушка, потому что постоянно мне приходилось перезагружаться, там зависал все время в каких-то проемах, зашел, а выйти не могу. Какие-то твари только появились, сразу убили. Непонятно как там бегу, у меня в спину кто-то захерачил, хотя там никого не было, оборачивался только секунду назад. Ну так в целом, ну да, еще вот это вот, ламп нету, а свет откуда-то идет. Магия, не иначе. Ну, так в целом неплохо. Ну а с вами был Лепас, всем до скорых встреч, всем пока, всему наилучшего. Stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir da uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, die einst die Limmerlein. Die einst die Limmerlein.